Всем привет, добро пожаловать на мой влог. Я очень давно не снимала влоги, потому что я ушла с YouTube. Почему я ушла с YouTube? Потому что меня YouTube забанил монетизацию, хотя я зарабатывала там доллар 3-4, это не в деньгах дело. Суть в том, что меня очень обидело то, что из-за того, что я выкладывала из России, они меня решили забанить. Они многие комментарии убрали с моих видео, они 4 моих видео удалили. Я снимала с 10 лет на YouTube видео, и меня забанили, и меня это очень... Это очень уважительно, я считаю. Сегодня сниму мини-влог моего дня, просто как интродукцию. Я приехала кушать, я вместе с другом приехала кушать, он сейчас забирает путин. Путин — это канадское, национальное канадское блюдо. Это просто картошка фри с таким соусом от мяса, но они сделали здесь из пакетика этот соус, ненатуральный. И сыр белый, cheese curds. Не знаю, как называется правильно, но сыр, этот соус на картошке фри, и это называется путин. Путин, не знаю, но мы сейчас будем это кушать. Это машина моего друга, это Hyundai Genesis 2012 года. Лошадиных сил 260. И у колес 240, может, или 230 с чем-то. Моя машина быстрее, чем эта машина. Они так анонсируют заказы и говорят так громко. Вот он идет. Фоткать машину его, и она такая красивенькая, сейчас он ее помыл. Но прикол в том, что я сейчас ставлю видео, короче, он ее утопил в огромной луже в парковке. Это был кошмар просто. Один из его худших дней в жизни. Также там бампер весь побит, не буду показывать. И заштопан, он ждет новые запчасти. Так что да, пока что вот так машина выглядит. И у него на футболке эта же машина, дизайн сделан мной. Короче, я решила снять, как он включает машину. Какие звуки. Мотор размера 2 литра, и лошадиных сил у него у колес 230, а в моторе 260. Ну, моя машина быстрее, и меня это очень радует. У него двери здесь были пластиковые, и он сам приклеил эту мишуру, сделал. Он снял все двери с машины и сам это все сделал с друзьями. Очень прикольно выглядит. Я также хочу, блин, очень прикольно. Машина моя рядышком стоит, моя вся грязная в пыли. Но его машина ночью тоже так красиво выглядит. Сейчас так холодно, у меня руки трясутся, но прикольно. Мне очень нравится двухдверный куб, но у меня четырехдверная машина для продуктов. Как все говорят, типа за продуктами ехать нужно с четырьмя дверьми, тут только две, она такая классная.
Всем еще раз привет, для меня это уже новый день, следующий я на работе, только что был у меня перерыв обеденный на час, поехала за едой и все такое, я поела суши. На этом маленьком влоге все. Я столько всего могу вам снять, и цены в Канаде, в продуктовых магазинах, я туда пойду с друзьями, мы все вам снимем. Это день на моей работе, я работаю в Мерседесе, все эти машины, которые спортмашины, роудстеры, я позавчера водила на работе SL63, также когда у меня будут механические работы над моей машиной, мне будут давать Benz. Очень прикольная работа, мне здесь очень нравится. Ну да, говорите мне в комментариях, что бы вы хотели видеть, и я вам все это сниму. А пока что это был короткий влог, просто показать кусочек моего дня, но на самом деле я буду снимать намного подробнее видео и интереснее, и там будет намного больше контента. Очень обожаю снимать влоги, обожаю их редактировать, так что я очень жду ваших комментариев и что дальше вообще снимать. Пока что буду снимать просто влоги моего дня, пока вы не дадите мне темы. Спасибо за просмотр и всем пока!